Там подписано даже, что это есть. Там поближе посмотрим. Да, техника, блин. Это гаубица, да? Гаубица, да. Судя по ее ногам, Анечка, она, наверное, хорошо в жахе идет. Задача? Наверное, тяжко даже тому, кто дергает за веревочку. Чтобы стрельнуть он. Знаешь, там на рисунке он есть, дергает за веревку. Фоткаться не хочешь такое? Да. А там, смотри, этот, блин, пулемет какая-то, знаешь, антиквариатный. Лопатки даже, видишь, такие. Подкапываться надо, знаешь, если... Захочешь поиграть, что ли? Топорик, да. Бейсбольная бита, да, Танечка. Вот посидеть можно. Наверное, для десанта, да, Танечка. Снаряжение вон, видишь такое? Он тут... This one's lighter.
Рига Латвия, 2016 год. Сборище защитников тут находится. Тринадцатое июня. Пушечку укатили, Танечка. Типа красный крест там вообще. Подойдем, там. Я захожу, по ногам проехал. А ему самому не выгодно, наверное, по бортикам ездить, он сломает все там что. Там вообще надо было где-то стоять, или на ходу снимать. Или. Ну вот и все, Танечка. А мы хорошо вышли, да? Вот они, блин, какая клоунская должность у них, да? Ездить веселиться. Да уж, надеюсь, что китайцы. Техника такая, кажется, как... Ну не знаю, если обратишь еще сюда действие, то конечно. Это хлам какой-то ездит, так не бета. Ну хлам, не хлам, а если такой хлам выстрелишь, нормально. Ну по безоружным, да, страшно будет. А против военных людей, я думаю, против другого государства. Что еще может кто-то были хлам, на, какая-то техника у них. Ну не знаю.